из солнечной Алании. Эконвест. Мы пришли на завтрак в одну из набережных кафешек. Кстати, сегодня погода просто потрясающая, плюс 18. На солнце даже очень жарко. Море, вода очень теплая, тоже плюс 18 градусов. Поэтому мы приглашаем вас с нами прогуляться по пляжу. Вот такой вот завтрак нам принесли. Стоит такой завтрак 16 лир. Вы видите, здесь есть разные сыры, варенье, оливки, чай турецкий, ну и вот такие булочки. Сегодня, кстати, друзья, 7 января. Сегодня 14 декабря, на улице стоит потрясающая погода, несмотря на то, что вчера был дождь. И мы едем в Аланийскую крепость, куда поднимемся на канатной дороге. В этом видео я не буду вам рассказывать опять все то же самое, покажу самые интересные моменты, которые удивят меня сегодня в Аланийской крепости. Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, будет интересно. Мы приехали на Дамлатаж к подъемнику. И пока я жду Айхана, расскажу вам про каштаны, друзья. Вот именно эти каштаны жареные, которые стоят 5 лир 100 грамм, на Новый год любят кушать турки, сидя дома у телевизора со своей семьей. Очень много народу. Айхан. Эфаним. Как дела? Нормально. Нормально. И видите, народу очень много, продают свежевыжатые соки, народ гуляет, отдыхает. Ну, а мы, куда мы идем? Ой, смотрите, какая большая очередь. А мы отправляемся наверх в крепость. Цена на подъемник 18 лир. Сейчас я вам быстренько покажу цены, мало ли что изменилось. 18 лир туда и обратно. Для студентов 10. Открытие. 9.30 до 18. На выходных 9.30 до 20. Сейчас мы купим билеты и поедем наверх. Вот такая вот длинная очередь стоит. Просто потрясающий вид, друзья, несмотря на пасмурную погоду. И мы попадаем в Эхмедек. Предыдущее видео с крепости, с канатной дороги вы можете посмотреть на моем канале. Ну а сегодня буду показывать вам разные интересные детали. Кстати, кое-где здесь обещали посадить клубнику. Но сейчас посмотрим. Нет клубники, просто они здесь что-то копали. Только представьте, сколько лет этим стенам. Просто невероятно огромные камни. Вот моя рука и камни. Как все это
сделали здесь и строили. И мы выходим из Эхмедека. И сейчас отправимся в путешествие по внутренней крепости. А также мы планируем проехать наверх на автобусе. Ну и, конечно же, отсюда, друзья, также открывается потрясающий вид на пляж Клеопатры. Сейчас проходим мимо мечети, и в конце вот этой дороги должен быть автобус, который везет всех наверх. Сегодня мы его протестируем, друзья. Насколько я поняла, он бесплатный. Очень много народу сегодня здесь. И туристы, в основном местные. Все гуляют. Погода очень теплая. Кстати, за этой мечетью, я рассказывала об этом тоже в прошлом видео, есть музей. Старинный традиционный турецкий дом. Вот там вот он находится. Вы в него тоже можете сходить. И здесь еще открыли выставку. Я думаю, что эти фотографии будут здесь постоянно висеть. Старые фотографии Алании. Я их видела очень много. В интернете их, кстати, тоже очень много. Поэтому в интернете вы их можете посмотреть. И в наших группах на Фейсбуке. Посмотрите, как выглядела Алания раньше. Ни одного отеля, ничего. К сожалению, такой Алании мы уже не увидим. И в конце этой дороги должен быть автобус, который отвезет нас наверх. Вот здесь вот он должен быть. Вот написано, что он отсюда отправляется. И вот наш автобус. Сейчас узнаем, как он работает. Мы с Айханом единственные пассажиры в этом автобусе. Кстати, автобус везет доверху совершенно бесплатно. Просто показываете билет водителю, и он вас довозит доверху. Сверху, кстати, можно спуститься пешком, что мы и сделаем, или обратно доехать на автобусе и уже отправиться вниз на канатной дороге. Ну, а почему так мало народу, кстати, интересно. Мне кажется, просто народ не знает, что есть бесплатный автобусик, или еще не привыкли к этому. Но мне кажется, очень удобно доехать доверху, спуститься пешком и обратно в центр города по канатной дороге. Доехав до самого верху, вы можете приобрести билет в кассе, пройти, посмотреть на крепость. Билет стоит 15 лир. И с этим же билетом дальше можно спуститься вниз и посетить Эхмедек. Билет действует и наверху, и внизу. Наверху в крепости идут постоянно какие-то раскопки. И сейчас вот в ту часть, я, кстати, там еще не была, вход закрыт. И, как вы видите, раньше не было вот этих вот деревянных настилов для посетителей. А сейчас по всему периметру сделали деревянные настилы и с колясками, и на креслах-каталках. Очень на инвалидных креслах люди могут приходить и посещать это прекрасное место. Ну а в конце этой дороги, друзья, открывается самый... Айхан! Нефтен! Открывается самый красивый вид на Аланию. Сейчас мы отправимся на смотровую площадку. А? Друзья, здесь еще есть попугай. Сейчас нам скажут, что снимать нельзя. А вот это вот знаменитая старинная церковь в крепости Алании. Она теперь открыта для посещений. Раньше здесь был забор,
делали дорожку вот эту. А теперь можно сюда пройти и посмотреть, как она выглядела. В общем, друзья, реставрационные работы, как я посмотрю, идут полным ходом, что радует, потому что в прошлый раз вот эта вот крепость, вот эта вот церковь была недоступна. В общем, кто интересуется историей, для вас здесь просто рай. Ну, а мы идем дальше на смотровую площадку. И вот отсюда открывается самый... Посмотрите, что делать. Ну, разве можно туда лезть, а? Открывается самый красивый вид на всю Аланию. Стоит такой шум от дороги. И летает очень много парапланов сегодня. Посмотрим, что с этой стороны. Взрослые люди, а лезут через забор. А потом кто-нибудь упадет и будут винить мэрию, что они здесь не следят за людьми. Помимо того, что сделали дорожки для пешеходов, сделали вот еще такой подъемник для инвалидов. Можно будет подняться на смотровую площадку. Очень-очень удобно. А вот и парапланеристы, друзья. Посмотрите, какая красота. Наверное, у них сверху открывается просто потрясающий вид на Аланию. Мы один раз летали на вертолете вокруг Алании. Есть видео на канале, можете посмотреть. Но вот на параплане я еще не летала. Дельтаплан это. Или дельтаплан. Параплан, наверное. Надо будет летом, обязательно нужно будет попробовать. На камере села батарейка, поэтому снимаю теперь с телефона и будет немножко трястись. Но вот здесь есть еще одна смотровая площадка. И также открывается очень красивый вид на крепость и на море. После того, как вы вышли из крепости, можно отправиться вниз вот по этой дороге, а можно повернуть и пойти вниз по совершенно другой дороге, по которой мы еще не ходили, и сейчас ее исследуем. Смотрите, в крепости и ромашки, и лютики, и какие-то маленькие цветочки. Все цветет. Айхан сказал, что еще зима, какие цветы. Но, как вы видите, солнечная погода, лес, море. Просто невероятная красота. Даже зимой. Что там делаешь? Ага. Типа я не вижу, и меня не видно. А, сам булдум у меня. Эт. Нашла. Ты спрятался? Походу сейчас доказал. Ага. Курочки, гуляющие в крепости. Петух недоволен, что мы его фоткаем. За 5 минут мы спустились сверху до Эхмедека по вот этой вот дорожке, которую вы видели. Мы о ней не знали. В общем, друзья, в Алании что ни день, то новое открытие. Поэтому вы тоже можете подняться наверх на автобусе и спуститься вниз по этой дорожке, либо от
автобусной остановки в Наихмедеке можете подняться наверх, вот туда наверх, до крепости, до смотровой площадки. А вот это были раньше небольшие магазинчики, лавочки в крепости Алании. Представляете, много-много лет назад здесь шла бурная торговля и была совсем другая жизнь. Вот за этими магазинчиками старыми поворачиваете и далее поднимаетесь наверх. В общем, друзья, вот так вот классно мы нашли новую дорогу. Я не ел булок. Дорога занимает буквально, не знаю, ну меньше чем 5 минут. Представляете, от Ихмедека до самого верха. Очень интересная дорога. Но если вы пойдете по дороге, по которой ездят машины, то по пути этой дороги есть несколько смотровых площадок просто с потрясающими видами на Аланию. Поэтому попробуйте и эту дорогу, и дорогу, где ходят машины. В общем, каждый день в Алании, каждый выходной в Алании у нас какое-то новое открытие. Мы продолжаем гулять дальше. Айхан, что делаешь? Устал? Чуть-чуть. Ну пошли кушать. Давай. Давай, кушай. Давай, кушай. Кушай. Что? Что кушать? Кушать? Чикен. Чикен. А по-русски? По-русски. Нет, понимаю. Курица. Курица? Да. Курица, картошка, макароны, макароны, салат, хлеб. Хлеб, maybe. Так, еще. Айран. Айран? Ну ладно, пошли. Наше путешествие в крепость Алании закончилось. Опять мы открыли для себя что-то новое. Сейчас идем кушать. Чего кушать? Давай. Много кушать. Давай, давай. В общем, мы идем кушать. Желаем вам всего самого хорошего. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, комментируйте наши видео. Ну и, конечно же, добро пожаловать в Аланию. Всем пока-пока. Пока-пока.